Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, наша команда опять победила, и мы забираем награду. Защитная арматура, ускоритель фляг, усиленная турбо, магнит, амортизаторы прыжков, 10 тысяч монет, детали, билеты. Так, усиленная турбо для суперкара, да? Слушай, ну неплохо. Неплохо, я тебе скажу. Так, всем привет. Окей. Всем привет. Что я сделал? Всем привет, говорю, отправить. Так, сегодня будем пытаться заработать 16 тысяч кубков. Да? Да. Забытое шоссе, я думаю, что я поеду вот на Феррари. Так, девчулю я уже поменял. И поехали. Забытое шоссе. Блин, с подъемами, что ли? Не хочу с подъемами. Вот меня кто-то будет спрашивать, да? Хочешь ты с подъемами или нет? Так. Аккуратно, 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 аккуратно. Вставай на колеса. Есть. На одном месте шерсть. Но вот это, конечно, было паршиво, ребят. Ну давай ты, ёк-макарёк. Почему у него машина быстрее, блин? Ну как быстрее? Не быстрее, конечно, но... Да ты серьезно, честный, вот ты. Молодец. Ты встал, конечно, на колеса, но приехал ты последним. Да. Перед самым финишем надо было вот ему перевернуться. Чепушило-то, а? Просто, ребят, чепушил. Тут других слов нету. Так, мы практически одинаковы с чувачком. Ага. Понятно, он с нитро, оказывается, был. Ему просто повезло, что он взял нитро, и все. Ни больше, ни меньше. Только из-за него он меня, может, так сказать, и перегнал. Ну да ладно, мне-то что? Мне, друзья мои, не привыкать. Вот эти вот прыжки, конечно, очень вымораживают. Очень. Давай, 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 подгазовывай. Естественно, мы не попали на попрыгульку. А вот этот чувак попал. Это было заметно, так как он там сиганул как сумасшедший. Опа. Сейчас было красиво сделано. Прямо залетели в луночку, в лузочку. Угу, и я первый. Так, ребят, первое место у меня здесь. Возвращаемся на исходную позицию. Откуда мы с тобой начинали. Проехал я там 2000 метров. Сделайте 5 поворотов и... Нет, давай, сделай 5 поворотов на выскочке. Нет, это нереально, ребят. Слушай, Нагорный кубок. Мы, по-моему, его брали на раллийном авто. Вот именно как раз Нагорный кубок. Твои прыжки меня просто выбешивают. Вот эти вот. Я как сказать даже не знаю, ребят. Трехкилометровые. Вертушка там что-то зависла, ты видел? А первым у нас кто там едет? Раллийное авто, скорее всего, да? Нет, ребят. Вертушка там ехала. Да ты будешь ехать-то твою налево, блин, вот. Бесит аж. А где я там мог оплошаться-то? Я не врубился я. А, я упал. Все, я понял, ребят. Я там кое-где упал. И, соответственно, потерял там
Да ладно, он опять первым. Он первым, я вторым. Так, подожди, а что за трасса-то? Горные мосты. Нет, ну горные мосты, поедем тогда на багги. Ну не я тут один умный, я смотрю. Тут дофига таких супостатов есть. Эх, супостаты, нищеброды. До сих пор никак не могу врубиться, почему некоторые прыгают лучше, чем я. Даже не то, что прыгают, а едут. Нет, может быть, конечно, это от прокачки все зависит, от прокачки именно машины. И четвертым приехал, зашибись. Третья гонка. Если сейчас мы также с тобой приедем фиг знает каким, то фейл будет. Мне кажется, у него там машина прокачана до одурения просто. Потому что он там кувыркался, что только не делал, и он еще и целым остался. Первое место, ребят, вырвали. Вырвали прямо с корнями. Темные дороги. Темные дороги. Слушай, а давай попробуем темные дороги проехать тоже на... Слушай, темные дороги, может, на супердизеле? Ладно, поехали на раллийном авто. Темные, твою налево дороги. Я смотрю, что-то вертушка в последнее время в моде как бы стала. Да, тебе так не кажется? Много где она присутствует. Очень часто она мне сейчас встречается в последнее время. Какая-то, видать, на нее мода пошла. Не знаю, чем это обусловливается. Жжж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 
Ну, давай, родная. Красава. Тут все по красоте. Тут ни к чему даже не придраться. Так, следующая у нас гонка. Куда там едем? Вниз. Вниз, 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 вниз. Куда там? Блин, ничего не видно впереди, что происходит. Летишь как супостат. Он еще перед концом взял и врубил это усиленное усиление. Я бы мог так размазаться вполне, в легкую. Но миловали меня. Так, следующая это у нас болотистая дорога. Я попробую болотистую дорогу проехать на баге. Но это, наверное, глупость. Тут супердизель бы, наверное, лучше бы все-таки был. Меня подкупает только то, что да, прыжки вот эти вот у баги. Это меня очень сильно подкупает. Вот что болотистый, что там какие-нибудь еще каменные, там, я не знаю, там. Везде, где вот такая вот куча препятствий, где надо елозить, мне кажется, баги самый смак. И это проходить просто за радость. Кто-то там летит, кто-то летит, ребята. Паршивец несчастный, да? Стоп, я туда не заеду, я уже понял. Поэтому я не стал выпендриваться. Но-но-но-но-но, вон он сзади. Что это? Луноходе чудило. Ай, ладно. Ну что сделать, ребят? Ну на луноходе. Вот такие вот бывают кадры. Решил, наверное, луноход, да, свой протестить. Ну, тестит его. Недавно только получил, видимо. Довольный такой. А я вон на баге спокойненько еду на заднем колесе. И по барабану мне на все вообще. И занимаю первые места.
Не, луноход, мне кажется, он, ну, совсем, ребят, не подходит для этой трассы. Хоть ты что делай. Восхитительные диверсии. Давай-ка я попробую тоже здесь поехать на багги. Ну, вертушка там наяривает, а? Ой. Да что ты... Ну, столько, вот еще раз говорю, ребят, только со мной может быть такая фигня, блин. Ну, куда ты едешь-то, твой... Блин, пипец просто. Нет. Есть трассы, где багги рулит, но это не диверсия, это уж точно, ребят. Сам видел, да? Просто там, блин, за... везде, где только можно, повстревали. Хотя тут на багги тоже чувак едет, смотри, внимательно. Сосиски там всякие. Давай, ты не дуркуй, едь нормально. Очень много прыжков, бесполезных причем. И высоких очень. Так, ну, все-таки здесь, ребят, получилось у меня проехать первым. Я не знаю, там они все замешкались где-то. Ну, ты видел, там у них не получилось. Так, ватрушка опять же. Ну вот это, ну вот нафига надо было вот это вот делать, а? Есть. Мне помог нитро, ребята. Я взял и газанул. Прямо уже перед этим, перед финишем. Это получилось, конечно, красиво. Так, новые колеса, зимние шины. Все нормально. Большой воздушный кубок. Я могу, конечно, ошибиться. Но, по-моему, это для моей Феррари. Или я опять, ребята, что-то попутал. Попутал или нет? Нет, не попутал, все отлично. Блин, а вот здесь-то, скорее всего, неудачно, ребята, получится. Не хватает, знаешь, магнита. Чтобы мы могли притягивать с тобой вот эту всю ерундовину, вот эти монеты. Но если мы возьмем магнит, нам придется отказываться от крыши. Если мы откажемся от крыши, ты прекрасно знаешь, что это будет сразу кирдык. Сразу же. Потому что любая, извини меня, крыша или потолок, все, нам сразу хана. Ну, а здесь вроде бы нормально мы проехали. Зомби-космонавт. И получаем с тобой 12... А, мы 12 деталей уже получили, точно, ребят. Столичный кубок. Обожаю город. Но не тот город, где нам надо ехать вверх. По-моему, это вот именно тот город, где... Надо постоянно наверх ехать. Нет. Тихо, тихо, тихо. Пока трудно сказать, что это за трасса. Но я здесь первое место взял. Есть одна трасса такая противная, где постоянно наверх надо. Вот там я фейлюсь на своей Феррари. Нет, не надо. Сзади ККМ-ка, ребят, меня хочет. Вот это было глупо. Глупо и беспощадно. Ну давай ты уже крышу эту ломай тогда. Ну чё ты? Офигеть, я крышу так себе прокачал, что она даже ломаться не хочет. Последняя гонка. Не, ну уж в любом случае никак не проиграть этому. Багги. Вот в городских этих багги проигрывать, ну, никак нельзя.
Я могу там в любой, там в пустыне или еще где-нибудь, но только, извини меня, не здесь. Есть. Какое место первое? Первое. Что за трасса? Кубок городская вода? Если мне память не, не изменяет, это у нас где под воду нужно нырять. Так оно и есть. Там спорткар еще у нас. Так, второй заход. Под воду и финиш. Первую гонку мы с тобой взяли. Давай-ка попробуем. Твою налево, пока там давай-ка попробуем. Уже все газанули, блин. Я в воду, ребят. Так, Леклер, иди гуляй. Леклером тут не место. И последнее, не погружайтесь, да вот шиш вам. Буду погружаться. Да-да-да-да-да. Да уж, вот из-за вот этого всего сфейлиться. Нет, все-таки первым летом не успел он долететь. Смус-муфрик этот. Так, еще шахты. Еще шахты мы будем ехать. На баке, что ли, поехать нам? Блин, погоди-ка секундочку. Мы же хотели вертушку еще тоже, кстати, подкачать. Когда мы на ней только поедем, я ума не приложу. И поедем ли мы вообще когда-нибудь на ней? Хотелось бы, конечно, ребят. Когда-нибудь на ней все-таки пофорсить малька. Выскочка тут, видишь, тоже трясется, дергается. Ну, а пока, блин, а что если мы, например, поменяем вот это вот, поставим вот так вот. Глупо, как думаешь? Сейчас узнаем, глупо это или нет. Тут, наверное, надо было крылья взять. А чувак тогда подготовился, видел? Иди ты. Блин, все-таки меня, ребят, обогнал. Он пролетел те камни, на которых мы буксовали с тобой. Вот и все. Вот за счет тех валунов он, короче, ребята, и выкрутился. А вот теперь показывают, кто истинный папа дороги. Все прекрасно видно. С отрывом просто опупенным, ребята, я вырвался. С опупенным отрывом. Ну опять. Есть. Тут повезло, что у меня просто... Так, это у нас падение вниз, если не ошибаюсь. В тот раз-то мы с тобой размазали здесь не кисло. Перевернулись. Я еще долго там орал. Недовольный. А вот сельский кубок, пожалуй-ка, я поеду на своей маленькой красавице красной Феррари. А может быть, это не Феррари, ребят, может быть, это Ламборджини. Я даже не знаю, что это за тачка. Но гоняет она. Ты сам видишь. Просто исключительно в скорости. Я, вот почему я удивляюсь, что некоторые машины могут меня обогнать, когда я еду вот на такой сумасшедшей скорости. Я просто в шоке, что там за тачка, как она у него должна быть прокачана. Вот эти вот прыжки, трамплины. Ай, вот такие вот. Очень, ребята, много отнимает энергии. Энергии и времени. Ну, все вроде бы ништяк. Последняя гонка, надеюсь. Ауч. Кто там брыкает-то все? Прыгает, брынкает. Ну вот, ребята.
Просто на финишной взять и взлететь в небеса. Как тебе такой? По мне так просто... Просто опрофанился по полной причем программе. Так, у нас там сзади лихач гонит. Гонит дуру. Ну, понятно. Кстати, тебе не знакома вот это была только что ситуация? Буквально недавно у меня был ролик, когда я врезался прямо вот на всей скорости именно вот в эту фиговину на воде. Прям один в один было. Только в тот раз я не выжил, там разбился. А здесь, как ты видишь, я еще и выжил. Так, лихач сам себя, короче, подставил. Это хорошо, ребята. Вот как он, вот, ребята, как он мог проехать, а? Он ехал практически на спине. Я имею в виду мотоцикл. И проехал. Больше никогда не буду брать вот в эти вот гонки вот эту машину. Она, ей здесь вообще не место. Все, ей хана сейчас. Нет, чудом как-то выжила. Но все равно ей здесь не место, ребят. Хоть она и скорость набирает, ну вот только вот в этой, наверное, гонке и нормально. Все, ну 3 очка это последнее место. 3-е место. Так, привет, Рэй, как дела? Видео снимаешь? Видео снимаешь? Да, я видео снимаю. Снимаю. Опять Максим. Опять Максим мне выпадает, попадается. Так, ну в весенний город уже можно, ребята, и на Феррари. Весенний город, день... Печальный или душистый, как там правильно говорится. Дай мне горючку взять. Есть. Фига, мы прям все друг за другом по пятам и едем. Но есть такие места, где ребят, конечно же, меня обгоняют. Где меня обгоняют? Ну, там было в горку. Давай-ка посмотрим по прямой. А где тут будет по прямой-то? Тут нет никаких по прямой. Тут все в горочку. Ну, она сзади там едет. Да отвали ты от меня, а. Прицепился. Он еще на форсаже. Правильно. Я думаю, как он может меня догнать, судя по тому, какая у нас скорость. Так он форсаж врубает и все, ребят. И шпарит за счет него. Но мы уже, по-моему, как-то встречали такого чудика на форсаже, где мы даже его обогнали. Причем практически без проблем. Ну вот типа такого тоже было эпизода. Так, последняя гонка. Давай, не обделаемся, все будет ништяк. Правильно, все в воду, а я... Ну что, что опять? Вот почему опять моя машина, ребята, понижает скорость? Фига там! И никто не разбился, да? Вторым, блин, все равно, ребят, вторым, блин. Обидно, фигово. Ну, было бы у меня, наверное, раллийное авто, я бы всех там отметелил бы. Наверное. На чем он там едет-то, не пойму я. Да он ни на чем, он просто, ребят, на крыльях шпарит и все. Нифига ты красавчик, Рэй. Просто на пик прыгнул. Просто на пик славы. Ну что, попробуем. Да.
Врежься ты там нафиг. Нет, все равно, ребята, не получилось. Не получилось чуть-чуть обогнать. Так, мотоцикл тут еще этот замызганный елозит. Давай, 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 бери пик. Отлично. Даже этот как-то умудрился. Я не понимаю, ребят, как он может так сделать. Это вот желтая говнянция, которая там сзади ездит. Вот, которая сейчас приехала. Как он-то умудрился заехать в эту горку? Не знаю. Но это чудом каким-то. Ну что, у нас ухабы, ребята. По ухабам будем сейчас кататься. Я для этого взял наши баги. Опа, мотоцикл не выдержал испытания. Ну, так ему и надо, по делам. Что я тебе еще могу сказать? По делам получился, сынок. Дальше. Он опять за свое, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, это непростительная была ошибка. Но, тем не менее, первыми. Так, что у нас тут? У нас тут фиговенько все. Оп, вниз. ККМ-ка. Шла прочь. Забулдыка какой-то там лезет прям под колеса мне. Ну что, 3000 монет? Так точно, как с куста. Что там в команде опять пишется? Когда ролик завтра? Кто сейчас в сети? Я. Завтра. Да, завтра, скорее всего. Потому что сегодня я уже, ребят, не успею, да и времени уже поздно. Кубок пустыни. Давай-ка рискнем с тобой кубок пустыни проехаться на этом, но я не брал крылья, ребят. Обычно я беру как бы крылья здесь. Фига он там летает, пташечка, ты посмотри. Фига он там пролетел. Он что там с ускорителем или с чем? Я так и не увидел, с чем он там ехал. Да просто с крыльями, да и все. Просто крылья и все, и больше у него ничего не было, что ли там? Странно. И он там где-то встрял, но, видимо, перевернулся. Он решил, возомнил себя икаром и, наверное, где-то хряпнул с переборчиком. Видишь, выкрутасы какие делает мне. Давай, Рэй, давай, 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 родной. Ну, жми, выгазовывай там, все. Что там опять? Круто. Круто, конечно. Макс Агент 007. Шпионы. Райская бухта. Даже ничего менять не буду. Хотя надо было, наверное, взять здесь крылья. Это райская же бухта, ребят. Это вам не хухры-мухры. Ауч. Вот это была беда сейчас. Ну давай ты, блин. Тесак, пошел ко дну. Паршивец все-таки. Тесак, сосак. А мотоцикл там где-то уже все в поднебесную, да, ушел, ребят? Я вниз поеду. Я же говорил, вот они с крыльями едут.
Были бы у меня крылья, я бы уже был здесь бы первым, поверь мне. И баги бы это порвал бы, как сосунка. Пещерные пустыни. Да в плане пещерной пустыни даете мне просто обычную пустыню, блин. Что за приколы? Едем, 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 едем. Не обращай внимания ни на кого, ни на что. Вот. То, что я хотел. А сколько гонок, кстати, я не посмотрел. Три, по-моему, три. Должно быть стандартные три гонки у нас. Вот опять эта синяя замухрыха тут выделывается. Ага, снизил скорость. А знаешь, почему снизил? А потому что боится, ребята, врезаться. Евгений, 30 ру. И вот объясни мне теперь, если он ехал не на всю мощь, не на всей скорости, а я практически даю педальку газа до отказа, как этот ушлепок может меня обогнать? Ну вот как, ну вот по приори, ребят. Он еще снижает там скорость, ну ты видел же. Он специально снижает скорость. А снижает скорость, это, ребята, извините меня, ты 30-40% скорости теряешь однозначно. А я не теряю, я как давлю на гашетку, так и давлю. То есть прокачка у него, ну, движок в любом случае ты не прокачаешь лучше, чем он у тебя есть. Значит, детали у него прокачаны, скорее всего. Нормально. Вот она, эта трасса дурацкая. Обидно, смотри, да, когда тебя просто там один за другим проезжает. Вот еще один подъем дурацкий. Вот это вот я ненавижу, ребята, трассу. Первая гонка у меня здесь всегда фейлится. Но зато на остальных двух я, по-моему, делаю отрыв по полной программе. По-моему, я могу ошибиться, конечно. Так, тихо, 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 родной. Давай, давай, давай. Берем, газуем. И да, тут мы с тобой заняли первое место. Давай попробуем на последней гонке также сделать, и все будет тогда у нас отлично. То есть два первых места, соответственно, первое место. Если бы у нас был бы тут офигенно прокачан монетный ускоритель уровня 10, ты представляешь, как бы я тут бустился бы? Но до 10 уровня ты бы охренел бы прокачивать. Во-первых, должны тебе выпадать ускорители монетные, как не знаю кому. Но во-вторых, сколько денег нужно потратить, чтобы это все прокачать. Так, я ненавижу воду. Попробуем. А под водой, мне кажется, крылья бесполезны, да? Они же тут не работают, по-моему. Мне кажется, что они тут не работают. Обделались. Я и баги. Я еще и врезался. Так, фура. Ну, фура, видимо, просто там с пузырем ехала. Поэтому она здесь и смогла нас обогнать. Да куда ты, блин, берешь свой этот прыжок, блин, перед самым выходом? Хоть убей меня, я не понимаю, зачем это делать. Такс, здесь первым приехал. А кто вторым приедет? Давай посмотрим. Баги все-таки, да? Остальные там где-то все зависли непонятно где. В каком-то очке. В днище. Ой, зря, 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 зря. Ну вот, вот и потерял, ребят, свое преимущество здесь.
как нубло просто полное. Давай еще. Доедешь? Доехал. Перевернулся, крышу снесло, но доехал. Нормально. Я думал, что все, сейчас перед самым финишем распластаемся. Но видишь, благо нам повезло. Фура, вали нафиг отсюда. Хорошо ее подкинула. Этот там самурай летит там на своем говнопрыгальщике. На своем, как он называется-то? Дергун, лизун, полоскун. Ну ты понял, про что я говорю. Ну давай ты, ёпрасыте, блин. Нифига. Не урвался. Просто не урвался. Иди ты. Лезет он уже там, желтый дерьмище это. Цвет фекалий. Цвет детской неожиданности. Так, ладно. Ненавижу вот это вот попрыгунчество. Серьезно тебе говорю. Оп, 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 ребята. Выбежала. Красная зараза. Все. С горем пополам я забрал, друзья мои. 16 тысяч кубков. Прекрасно. Так, в приключениях у нас ничего нету, в событии. Так, я уже забыл, что там надо делать. А, плюшки тащить. Плюшки. А если, например, плюшки потащу на баги? Плюшки потащу на баги. Как думаешь, нормальный вариант? Не уверен. Сейчас проверим. Жу, все, что было нажито непосильным трудом, ребята, разлетелось в пух и прах. И финиш, да? Окей. Сейчас посмотрим, что у нас получится здесь. Слушай, скажи мне на милость, нафига я взял с собой нитро? А, ну, в принципе, оно здесь есть. Лихач все-таки здесь забуксовался, ребят. Но я приехал. Я постарался, и я доехал. Че он там у него? Монетный ускоритель у него взят. И что-то еще, по-моему. Вот чувак на форсаже едет. Он что, думает, что ему хватит этого всего? Или чего? Блин, последним приехал. Там, блин, забуксовался что-то, как-то не пойму. Не пошло все не так. Видел, там чувак летит. Ну вот как вот он, ребята, мог там поверху лететь, фиг знает куда, за 3-9 земель? Нет, я даже не буду пытаться. Бесполезно.
У него что там, крылья, ускорители, еще что-то, да, взято? Как я понял. Ну вот, в принципе, ребята, и все. Сколько там, 4 секунды осталось? Я далеко не уеду. Сезон, ой, сеанс закончен. Какое место у меня? 75-е. А, 77-е даже, 3 звезды. Фига себе. Как они на этих... Оу, я получил новую внешность, друзья. Кстати. А остальное все у меня есть. Костюм Бакс Банни, ну это ерунда, ребят. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.